Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Border Collie Vlog. Сейчас утро, почти 12 дня. Мы только проснулись и решили кое-что приготовить, для этого нам нужно сходить в магазин. Я взяла с собой только Бордера, чтобы погулять с ним. Его надо еще сегодня потренировать, и Фаню тоже надо потренировать. Мы хотели съездить на велике, но велик сказал фигушки вам. И мы не нашли, чем накачивать колеса. То есть у нас куча этих насосов. Ну, короче, этих штук, которые накачивают колеса. Но подходящего для маленького ниппеля нету. Так что... А это, как вы видите, наш водопад, который полностью пересох. Просто. Просто. Вообще. Полностью пересох. По нему ходить можно. Здесь речка была, тут нормальная высота была, а теперь все. Все нахрен пересохло. Теперь здесь можно переходить по тенечку. Окей? Молодец! Супер! Все, закупились, он меня дождался. И идем теперь пешочком домой. А у нас тут беда приключилась. Да, вы в нашей обитель вкусняшек. У нас, я не знаю, что это, шея. Нам его в подарок дали. Она заплесневела. Я так заглянула, посмотрела. Вроде остальное нормальное. Хотя остальное. Больше плесени прям такой сильной я не вижу. Сейчас будем давать нашим собакам по вкусняшке. Так как уже, в общем-то, время кормиться. Но, увы, у меня мясо еще размораживается. Дадим сегодня ноги. А здесь у меня рыба и эти. Вот. Рыба и вот это вот, это кишечник, кишки. Если я не путаю, тоже все в перемешку. Это, в общем-то, не портится. Иногда добавляю в еду. Ну что, кому вкусняшки? Начнем со старших. Шелли. Нет, Гаврик, Шелли. Гаврик, одну, Лео и Фани. Все, кушайте, мерчи. Ты жмот, всем по одной, не рычи нам тут. Я сейчас нарезала вот такую Рука моя просто отсохла. Но зато этого запаса, извиняюсь, дыни, тыквы. Я как обычно все перепутала. Этого запаса тыквы нам хватит где-то месяца на 3. А может и больше. Так как от кабачков у меня собаки уже отказываются, им надоели кабачки, я решила, ну, давайте, ладно, нарежем зимнюю тыкву, которую обычно даю зимой. Привет! Я тут немножко настроен. Сейчас я покажу вам одно видео, и вы поймете, что здесь не так. Это видео с соревнований, которые были вчера. Я, честно, очень сильно расстроена. Первую трассу мы даже не снимали, там было все еще хуже. Во второй трассе все, в общем-то, было лучше, но прыжковые были хреновые, и слалом вообще матом ругаться хочется. Так что смотрите, я не буду даже это комментировать. Да.
Ну что, посмотрели? Ну как вам? Плакать хочется? Спасибо. Из-за этого мы сейчас будем делать с ним славу. Вообще, мы не только сейчас будем делать славу, мы будем славу делать теперь каждое утро, каждый день. Может, не всегда утром, но каждый день 100%. Мы его будем делать, и я хочу, чтобы он его делал без моей помощи. Сегодня ему еще, может быть, посмотрим по ситуации, но сегодня, может быть, я ему еще помогу, буду помогать. Потому что так как данный слалом мы не делали давно, но мы попробовали, в общем-то, он, ну, понимает. До него, в общем-то, доходит. До этого ему не очень нравился данный слалом. Обычно он делал хорошо, а данный не очень. Ну, будем делать его каждый день, чтобы до следующих соревнований, которые будут через месяц, я надеюсь, я на них пойду. Это жопа. У него глазик течет. Стой. Чтобы вот эта жопа сделала славу прекрасно и идеально. Знаете, что самое обидное? То, что качели мы не делаем, вообще практически не делаем. Мы их, бывает, даже забываем неделю делать. Нет ее в трассе, и мы такие, уже не успели. И на следующую тренировку, тоже не успели. И он делает их идеально. Просто шедеврально. Остальное слалом мы делаем постоянно, два раза, ну то есть два подхода за тренировку. То есть первый подход это индивидуально, второй подход в трассе. Работаем, месяц работали над этим, результат то хуже, чем в прошлый раз. Так что я поняла, что этого недостаточно, и мы будем делать его еще и дома каждый день. От слалома он не умрет, ничего с ним не будет из-за того, что он делает слалом. Так что погнали делать, что нам еще остается. А вначале, конечно, разминка. Начали мы с разминки. Разминка это, как всегда, очень важно для всего agility, так что мы начали с разминки. Разминка на движение, на повороты, на... Короче, на все. Просто разминка. Она должна быть всегда. Неважно, что вы делаете. Разминать собаку обязательно. Плюс хорошо поворотики направо-налево. Поклоны разные, потягушки вперед-назад. То есть... Разминаем все мышцы у собаки. В идеале еще до тренировки где-то погулять минут 5 быстрым шагом. Но мы заменили это на просто хождение рядом. Начинаем делать слалом. Как вы видите, слалом он не попадает. До него не доходит. Но потом до него дошло. Он делает очень хорошо с моей помощью, так как последнюю палку он делать не хотел. Вот, сейчас он сделал все идеально сам. Поправляю немножко палки, так как у нас там такой грунт, песок, камни, и они немножко разъезжаются, бывает. Так, высел, пока не получается. То есть мы делаем тик-тик и высел, тик-тик, высел, слалом. Получилось, отлично. Кинули мячик, похвалили. Теперь делаем слалом с другой стороны, по другую руку. Он молодец, в эту сторону у него получается уже без моей помощи, он полностью все понимает. Я этому очень рада. Собаки у нас вокруг мешаются, это тоже как это раздражители, но лучше их убрать, конечно. Вот, он делает все идеально. Теперь это уже второй день, на следующий день. Снова та же разминка, только чуть покороче, так он побегал, поносился немножко до тренировки. Так что здесь разминка у нас немножечко покороче. То же самое, сидеть, лежать, стоять, поклоны, лапы, хождение рядом, все такое. Начинаем со слалома. Я слалом решила немножко усложнить. Мы теперь делаем тики-таки немножко на расстоянии и также высыл просто более дальний. Вначале он меня не понял, но потом от него дошло, то есть... Было пару отказов, но потом нормально. Мы за эту собаку никогда не ругаем, не кричим, не все такое, но
Просто переделываем. Просто, сори, ты ошибся, переделываем. А здесь вот то же самое, здесь он не в ту так-так, тик-тик или так-так, не в ту сторону делал. И я такая, сюда, я уже показываю ему сюда всем телом, а он все равно делает туда куда-то. Так что пришлось переделать. Потом до него дошло. Здесь я решила отработать у него прыжок, то есть я, ну не то что отработать, посмотреть, как далеко он прыгает, так как видели на соревнованиях, он прыгал очень далеко, ну очень далеко, прям, не знаю, в 2 метрах от барьера отталкивался. Только поворотный он делал нормально. И здесь тоже видно, что он от второй палки отталкивается, а в идеале он должен отталкиваться от первой палки. Можно, конечно, отработать это все на, как это, прыжковой зоне. То есть, когда прыжки друг за дружком идут на небольшом расстоянии, но пока что мне не хочется ему сильно ломать лапы, так скажем. Так я это делать не умею, то не будем. Отрабатываем немножко повороты новым способом. Нашла какой-то новый способ, вот решила его отработать. Пока что он на этом видео не понимает, что от него хочу. Делает достаточно его большим круглым так поворот, у него что-то тоже начали страдать. Но потом под конец он уже понимает и делает очень хорошие такие коротенькие круглые прыжочки, никуда не вылетая. А видно было, что хотел пройти под палкой. Это его старая-старая привычка ходить... То есть, когда он устает, он начинает халявить и проходить под палкой. Это было где-то пару месяцев назад, и сейчас мы от этого уже ушли. Ну, и в конце, конечно же, поиграть мячик я кинула его. И мы немножечко поиграли, повеселились. На этом я хочу закончить свое видео. Мы будем продолжать вот это все делать. Я еще покажу вам, какой у нас прогресс, результат, если он вообще. Знаете, кто это? Это кошка прыгнула на ручку. Правда, стрёмно. Короче, всем пока. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Да, над прыжком надо работать. Идеально, до идеала прыжок, конечно, не довести, но хотя бы... Немножечко его скорректировать хотелось бы. Да, идеала мы не просим от собаки, но ну хоть чуть-чуть поближе прыгай. Ну не надо, блин, в 2 метрах от барьера прыгать, пожалуйста. Так что вот это надо ему объяснить. Я еще не уверена, как. Сори, я реально нуб в этом смысле. Насчет прыжков я не знаю, как насчет прыжков. Я экспериментирую. Так что, чего эти эксперименты доведут, я не знаю. А вдруг получится? Насчет слалома я как-то более уверенная. Но тоже посмотрим. Ладно, всем пока. Лайки, подписка. И оставляйте свои комментарии. Что вы вообще об этом думаете? Что бы вы мне посоветовали насчет прыжка, например? Может быть, какие-то сайты, видео, то есть еще что-то посоветуете, может быть, мне. То можно посмотреть и изучить. Сейчас я нашла какие-то материалы, хочу попробовать, но... Не знаю. Кошка, прекрати. Я сейчас вам покажу. О, я же говорю. Она тупо прыгает на эту ручку. Все. Пока-пока.